Всем привет! С вами канал Glenki.ru и это обзор на Kurzweil K90 – переносное цифровое пианино по доступной цене. Kurzweil K90 – это портативное цифровое пианино с градуированной взвешенной клавиатурой, то есть как у акустического пианино. Инструмент находится в одном сегменте с Casio PX160 и Yamaha P115. Всего 78 клавиш имеют молоточковую механику. Полифония на 128 голосов, колонки на 60 Вт, вес инструментов всего 12 кг. На панели перед музыкантом располагаются кнопки тембров и режимов, метроном, запись, обучающие минусовки, автоаккомпанемент и многое другое. Слева расположены сразу два входа под наушники, а над ними моделирующее колесо. В комплекте с пианино идет лишь сустейн-педаль, но также отдельно продается родная подставка с тремя педалями. То есть педали, так или иначе, докупать не нужно. На задней панели расположены разъемы USB, джеки вход и выход, разъем для педалей и разъем для питания. В обзоре мне поможет Илья Коростелев. Рассмотрим некоторые режимы. Деление клавиатуры на два тембра. Комбинирование тембров. Рассмотрим некоторые тембры. Итак, Илья, что скажешь про пианино? Хорошая модель, мне понравились клавиши, они взвешенные, и для этой цены они, в принципе, адекватны. Из плюсов могу отметить, что мне лично очень понравилось, это два входа для наушников на передней панели. На задней панели присутствуют входы и выходы, с помощью них вы можете либо записывать звук на сторонний источник, либо подключать плеер и играть вместе с ним. Эта модель прекрасно подходит для обучения детям и людям, кто хочет освоить этот инструмент. Спасибо большое, Илья. Это был обзор на цифровое пианино Kurzweil K90. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!